скажешь так, что на тебя не посмотрит ни один мужик. Спасибо! Я специально выгляжу так, чтобы на меня не смотрел ни один мужик. И, судя по всему, я преуспела. Всем привет, мои дорогие. Ну вы только посмотрите, что пишет вот эта устрица бесхребетная. Все к какому-то певцу обращается. Вот кикимора, я ненавижу таких людей. Вот меня прям действительно вот такая бесячка разбирает. Реально хочется так-то с локтя хорошенько. Понимаете, да? Не, ну что за хрень-то? Вот, кстати, вот такие твари становятся дог-хантерами. Которые вот вообще их даже не затрагивают животные никаким боком. Маска закрыла лицо, чтобы не узнал никто. Не дай бог. Ну что? Такой позор будет. Вот он, этот коварный тип гражданской наружности. Ну говорите, кому еще не нравятся заставки с животными? Я прям в шоке сейчас. Сегодня меня вообще назвали свиньей корытной. А это что ж такое, а? Вот. Это которая в корыте, что ли? Я не понимаю. Вот действительно, поразбирать вот такие комментарии. Многим, может быть, это не нравится, что я очень много внимания уделяю пиявкам недоразвитым. Но, вы понимаете, как бы... Ну, блин, мне так хочется, вот честно, меня распирает. Поэтому... Вы уж простите меня, хорошие, добрые люди. Так, начинаются разборки в Бронксе. Джонсик, не трогай кисуньку! Ты же парень, вот, пожалуйста, мужики, вот, пожалуйста. Постоянно обижает девочку. Кисуня, беги ко мне! Ну, конечно, он относительно обижает. Просто он стоит вот в такой позе перед ней. Хотя они все стерилизованы, кастрированы. Ой, ребят, подождите. Ну так вот, продолжаю я эпопею про корытную свинью. Объясните мне, пожалуйста, что означает корытная свинья корытная? О! А то я городская не догоняю. Так их погонял. А то я городская не догоняю. Так их погонял. Также пишут одна там женщина. Видите, как я культурная женщина? Да. Пишет. Как ты меня бесишь. Я что-то прочувствовал это слово. Я согласна с этой недоразвитой. На самом деле, во мне вот есть действительно такой минус. Я люблю людей побесить. Если я вижу, что они бесятся еще пуще, я еще круче начинаю это делать. Вот такой я, как хотите называть. Ну, такая я свинья корытная. Ой. На самом деле, я ее мариновала со вчерашнего вечера. Вы знаете же, что рыба, горбуша сухая. Оставался прям вот капля майонеза оставалась. Я его убухала. На маринадик. И она у меня всю ночь стояла в холодильничке. В
Зато она становится нежнятиной такой, что... А может, это тетку так зовут? Свинья корытная. Ну, в плане того, что... Что-то у меня уехало все наверх куда-то. В плане того, что... Мама с папой не любили. Назвали свиньей. Фамилия корытная. Может, она представилась мне так. А я сижу, голову ломаю. Рыба отпад отпадный. Ну уж вылежится это все за кадром. Чтобы не быть свиньей корытной. Ну что, мои дорогие, мы с вами поели. Спасибо вам за внимание. Кто сейчас собирается только есть, я всем желаю приятного аппетита. Будьте всегда на позитиве. Ну, старайтесь хотя бы быть на коне всегда. Всем желаю хорошего настроения, всех благ. Пока-пока.